Дом старый, заброшенный. Вот из этой постройки кто-то поросятник сделал. Заброшка. Ну вот монетка, 1 копейка, Александр Первый. Так вот только что выскочил крест 19 века с эмалью. Отличный экземпляр. Вот он и шашлык. Козочки. Выскочила пуговка. Механизм какой-то опять. То ли от часов, или еще что. Монетка выскочила. Да, надо чистить и смотреть. Конинка выскочила. Накладочка от замочка. Идем дальше. Кусок ложки. Ну что вот не целая и не серебряная. Так, монетка. А какая, непонятно. Вся грязная. И... А, вот видно, Николай Первый. По-моему, Николай Первый. Вензель вот видно. Да. Так, вот такая пуговка еще попалась. Дорога, наверное, здесь. Надо тут осмотреться получше. Солдатик выскочил. Судя по одежде, 19 века. Прикид-то его. Без рук, без ног, без головы. Выскочил наперстник. Жалко, что сломанный. Придется выкинуть. Ну и небольшой отчет. Тут, в принципе, рассказывать нечего, просто покажу. Крестик с эмалью, монетка Александровская, Александра Первого, Николая Первого. Эти непонятные, надо чистить. Пуговка.